Всем привет, дорогие друзья, с вами Ломбарди, и мы продолжаем играть на сервере Смотра МТА. И сегодня, ребят, давайте рассмотрим короткие маршруты, да, вот как бы побыстрее, да, пройти круг на дальнобойщике, как бы побыстрее на нем заработать и так далее. Я лично всегда выбираю лес, ребят, вот берем лес, да, и едем, смотрим, нам выпало ехать на Бонни Кантри, да. В принципе, маршрут будет такой. Сейчас немного поговорим, да, потом я, в принципе, все это дело ускорю. Ускорю, чтобы вам было удобнее. Ребят, маршрут, говорю сразу, занимает примерно 13-15 минут, в зависимости от того, как быстро вы будете двигаться. За час этого маршрута, да, то есть мы успеем сделать 4 круга. И за эти 4 круга мы получаем 300 тысяч. Ну, не знаю, ребят, быстрее заработка, по крайней мере, на данный момент я не нашел. И, по-моему, это самое оптимальное. Почему именно лес? Потому что, ну, не знаю, мне кажется, что тут самый комфортный и быстрый маршрут. Если же мы берем продукты, да, или же топливо, по-моему, ехать намного дальше. Поэтому, ребят, там платят вроде бы как больше, 80 тысяч, ну, все равно выгоднее здесь, потому что мы можем работать намного быстрее. Ну, ладно, в принципе, ребят, досмотрите это видео до конца, посмотрите полный маршрут, а я, в принципе, все это дело ускорю, и вам будет намного комфортнее. В общем, ребят, и все. Вот это у нас последняя точка на этом маршруте, да. В принципе, маршрут иногда меняется. То он просит, чтобы мы ехали изначально в Форт Карсон и так далее. Ну, в принципе, там уже тоже найдете, где срезать. После последней точки можете доехать, да, на фуре уже на саму базу, или же взять свой транспорт и доехать, собственно, на нем, что будет немного быстрее. И, в принципе, ребят, вот таким образом, всего лишь 13, да, от 13 до 15 минут, ребят, и мы можем заработать
75 тысяч. Ну, в принципе, ну, по-моему, неплохо. Да, сделайте 4 круга, заработайте 300 тысяч. В принципе, это несложно, ребят. Посидите 3 часа в игре и уже 900 тысяч. А 900 тысяч это почти лям, да, то есть, ну, нормально подняли. В принципе, ребят, на этом все. С вами был Ломбарди. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И кто знает, ребят, как можно заработать бабки быстрее, напишите об этом в комментарии.